Который на МП5. И баф, у вас так на ХП, пожалуйста. У меня есть, мне не надо. Давайте мне этот самый обмен кому. Так, тихо-тихо-тихо, я первый забил. А где? У меня все есть, мне ничего не надо. Чистого колдунства хилы. Да. Все, Лёль, спасибо. О, опять эту каску. Ну да, нас двое, видишь, сегодня. Давайте просматриваем, ребят, кого не суманули, суммоним. Давайте фастом быстро. Сейчас я отойду суманить. Так, им детей суманите, все будет хорошо. 300 маны не хватает, тут у бафа нет. Ща все дадут. Ща все будет. Так, подожди. Все сработало в итоге? Да, спасибо. Сейчас всем все. Да. Магов было, наверное, бафа. На огурчики. Драгдилер, припоты какие? На что тебе надо? Да, сейчас. Ребята, дайте баф, пожалуйста, прошу вас. Очень сильно. Фул разбаф. Вот, кто там проебал рыбку, поставьте еще раз, потому что я ставлю сказал... рыбку возле огурца. Хорошо, потому что, блядь, когда никто не собрался ставить рыбку, это просто трата. Огурцы! Все взяли, абсолютно все взяли огурцы, по команде будем кушать огурцы. Так, кому еще на силу атаки, на... ману. На ХП надо. На ХП. 1300, которые, да? Да. Так, кому? Человека нету в Дискорде. Большое. У нас одного человека нету в Дискорде, ребят. Андрюх, поставь, пожалуйста, метки на танков. Да. На меткость только еду могу дать. В ГМ слоте. А там только Анютка. Здесь какой лучше бутылек, сопротивление или ХП? Ну, похуй. Где на танке? Где на танке, ты как в танке. Саня, ты керри или как? Там кто-то в доту играет? Нет, блядь, я мидер. Пуш, ебучий, керри, саппорт. Так, ребята, керри, саппорт, вся хуйня, давайте стоп-фуд. Кто страту не знает, плюс чат. А, окей, Шеффорд, смотри, короче, танки у нас танкуют в красные метки. Они знают, что делать, я надеюсь. Дреня, смотри. А, так, блядь, мы с тобой десятку ходили, там, в принципе, то же самое. Или 25 с нами был. Короче, чисто по очереди. Перетаунчивать, все хорошо. Дальше, по поводу хилов. Хилам вот здесь будет резать хил, то есть в ноль, когда будет дебаф. Этот дебаф скидывается на 3 секунды. За 3 секунды вы должны захилить фулл рейт и непосредственно танков. Затем баф снова накидывается, вы стоите, там щиточки кидаете, писю дрочите, короче, ничего интересного. Далее, когда дебаф опять скинулся, вы прохиливаете. Вот, по поводу ДД. РДД стоят в печеньке изначально. В печеньке все стоят. Дальше приходит спора. Спору убили в печеньке. В спору разбилось, у кого появился дебаф зелененький такой, который дает 50% крита. Те перешли в звездочку. В желтую метку. А дальше, если дебаф спал, он действует 2 минуты. Следовательно, перешли обратно в печеньку. Спора разбивается только в печеньке. Дальше, по поводу миликов. Стоите, бьете в спину, ничего интересного, просто ротацию свою дрочите и все. Кроме того, будет дебаф накидываться где-то после 1/3 боя. Такой значок, как у ДК мертвяка призывать, проклятие рока.
когда дебаф будет спадать, в этот момент вы будете получать урон от магии тьмы. В этот момент у нас сдается мастер аур, всякие дефы, личные дефы можете сдавать тоже. Типа там ДК могут сдавать свободно зеленку именно на спад дебафа. Тогда, по-моему, урон почти не проходит. Что там, разная хрень всякую тоже могут прожимать, всякие коши и тому подобное, роги. Короче, чисто сейвы сдавать на эту херню. Дальше Гера только по команде, гимны на ХП, на ману только по команде. Деги, получается, у нас здесь тебе нужен анонс, да, по поводу хилки и этого. Кто он есть, блядь? Мастер аура только. И... Ну да. Мастер аура на сегодня одна, я ее, скорее всего, ну, не знаю, когда буду сдавать, как скажешь. И но... еще массакра еще есть. Хорошо, массакру сдашь, если у фулл рейда будет меньше половины хп. И нам, в принципе, похуй, у нас рели есть 4 гимна. 4 гимна — это просто must-have на этом боссе. В принципе, когда будет команда, если у нас все кончится, у нас будет пиздец как мало ДПС, тогда будет команда, чтобы хилили все, все, кто может прожимать свои кнопочки хиловские. Когда спадет дебаф, просто прохиливайте, затем дебаф снова накидывается, обратно дамажите. В принципе, ничего сложного. Вовремя сдавайте дефы и побольше дамажите. Все. В принципе, здесь только хилам потеть и чуть-чуть танком, если они проебутся где-то. СС-ы накинули на Дрению, ЕМДТ и Тейтхантера. 3 СС-ы мне, пожалуйста, дайте. Я уже на деги скинула, на Дрению. Так, 5 серьезных танков надо еще. Хикстек еще может дать. А куда на деги? Нахуя на деги? Ну, по привычке. У нас рейд получает урон только... Ладно, хорошо, лель, пиздов потом получишь. Дальше, короче, киньте на Дрению и на Дэнхантера, пожалуйста. На Дрению уже кинул. Хорошо, на Дрению кинули. Тайдуху киньте, пожалуйста. Если не кинули, киньте. Андрюх, можно немножко поправочкам? Когда все с полем, хилы, давайте все в желтую метку перейдем, чтобы нам не хватать первые бафы. Это да, первое. Тоже можно. Да. И второе. Андрюх, перекинь, пожалуйста, Дрению ко всем танкам. А, смотри, в чем прикол. У Дрени ко всем танкам все, ему все, нельзя, потому все, что... Все, можешь даже не объяснять, понял. Он нужен дренейку, у него меткость. Кому меткости не хватает 1%, пожалуйста, плюс в чат. Соберем пати, у кого не хватает меткости. Так, а у нас только 2 друида, то есть синеры просить бесполезно, да? 3 друида. Три. Вижу, у кого можешь просить. Здесь у нас есть гимны на ману еще, если к слову. Да я сам могу гимн пить, но все равно винер нужен будет, если что. Зачем здесь не на что ману тратить? 3 секунды раз в 30 секунд. Да, он... Я ДЦ. Извините. Все, хорош. Давайте тогда РЧ на понимание, на бафы, на... Что-то из этого нет. Нет понимания, нет бафов. Или чего-то еще. Тыкайте нет. Танков ротация. Винерс, что такое? То есть танков пер будет? Винерс, что такое? Из танков первым будет держать EMDT, вторым Тайтхантер, третьим Дрени. Джаз дует на Тайтхантера. А, сова, блядь, стоп. В смысле, чё кому кидать? Он антихрист, антихристу, антихристу кидаешь ДЦ, винер. Ну я попрошу, такое? Да. Да, винерс, что такое, почему нет? Напиши в чат, пожалуйста, я тебя прошу очень сильно. Давайте еще раз готовность. Если вы просто ткнете нет, ничего не говоря, я не пойму, что не так. Ну, что-то говорит, 2 минуты ему надо. А, 2 минуты, окей.
снять дебаф от темной магии внутри боя еще, может, ну, если что-то надо будет. Также, ребят, по хилам, смотрите, если... Все, окей, видите. Смотрите, ребят, по поводу хила еще. Если у нас упадет какой-нибудь танк, и он сразу встанет, сразу ему за хил давайте, на него еще не накинется дебаф. И бафу, пожалуйста, раздавайте, если человек падает. Блять, у кого там такие звуки, пожалуйста, поставьте по кнопке, очень сильно прошу. Дай духу, братуха, ты будешь без СС, а ты у нас крутой танк. У нас БР есть. БР сдавать только по команде, я озвучивать не буду. Ну вот, как раз Винерс придет. Иннер кому кидать? Антихрист. Я скажу, когда надо будет. Но я еще скажу... скажу ник. Все. Если я лягу по мане, то как бы возможно я себе кину. Нет, Иннер мне понадобится где-то через 3 минуты. Да, я раньше. Объясняю. Такая тема, если ты просишь, но если нас антихрист спросит инер, и у тебя в этот момент нет инера, так же нет инера. Все, я сдаю сам гимн. Дальше по команде. А, кстати, Андрюх, если что, проконтролируй, потом если что скажешь, если у меня были какие-то ошибки именно по ДЦ при 100. Да, посмотрим. Мне просто интересно то, что я все то нажимаю, что надо или нет. Смотри, здесь тебе бесплатный гадик на полминуты. Ты стоишь, захиливаешь танков, считаешь танков. Как только появляется дебаф на ком-то... Это я помню. Получается, две молитвы и одно кольцо света у меня выходит. Хорошо, отлично. А как появляется проклятие Рока, в этот момент тебе желательно засчитовать цели, у которых меньше всего хп. То есть латников похуй, у них 30 тонн, они выживут, они прожмутся, в любом случае но, не сдохнут. Но здесь по умолчанию я считаю вообще всех тряпок. Вот, всех тряпок, это хорошо. Это все. Тупо по умолчанию у меня все идет. По поводу оберегающего духа, это пока не надо. Пока не надо. Я все время ебашу в холике, только если есть ДЦ. А если есть ДЦ, он будет кидать танкозуку. Так что, типа, оберегающий дух не такой себе. Я пока учусь. И, кстати, да, насчет танкозубы, крикните, когда нужен будет танкозубы. А там... Прям все зубы нахер повыбиваю. Но дам танку зубы. Ну мы сейчас пока соберемся, у меня СС тоже откатится, и одна я ем детей тогда кину. Ну или в процессе кину. Извиняюсь. Не, ну все равно, что-то как-то скучно, когда Лёха не разговаривает. Че, дюлей не хватает, что ли? Да. Ребят, для сегодня периодически будет подгорать жопа, поэтому вы скоро будете молиться на то, чтобы я замолчал. Да ладно тебе. Да тебе похуй, я знаю, остальные. Ты только не кричи, а то у меня звук на тебе на 200% и колонка на максимуме. Поэтому... Хорошо, солнышко, для тебя я буду говорить немного тише. Ой, какая прелесть. Зайчик, а ты мне скажи, мне пояс брать? С критом я потом тебя посмотрю. Дух опять дурацкий. Кстати, Андрюх, заметь, я... Ни разу не накосячу, чтобы на меня орали. Так что... Ну, ты красавчик. У меня есть возможность сегодня это сделать. Ты дохнул. Кикну нахуй, срать сам в ДЦ спеклась. Ты готовишь?
А, то есть ты меня готовишь, чтобы я фуривар сюда зашел? Здесь главное, чтобы, блядь, отхил был нормальный и чтобы ДП, если все хорошо. Не, все будет конфетка просто. Спасибо, да, вот, блин, водку конфетка закусывать шикарно было. И конфетка сегодня будет. Конфетка с кусочком была. Вот чего еще раз? Все внимание на себя хочешь перетащить. Всем думаешь, интересно слушать, что у тебя сегодня происходило, что ты сегодня бухал, красавчик. Это абсолютно интересно. Ну так, давайте начнем с того, что сейчас пула нету, так что можно просто попиздить. Если будет пул, я просто тупо заткнулся. Да ладно, ребят, спокойно. Кому-то что-то не нравится, можете меня просто в мут убрать. Только надеюсь, это не сова будет, которую мне Эйнар давать. Давайте, что вы? Все равно ждем пока человека. Вот, типа, так что это. Не агритесь, ребят, мы только начали. Не, на самом деле, если что-то кого-то, ну, заебал я, ну, извините, ребят, просто тупо, реально, первый ряд я здесь на расслабоне, расслабляюсь. Все, вот теперь я замолкаю. Все, давайте, ребят, РЧ, пожалуйста. На готовность. Магию тьмы я обновим. Вот теперь здесь все, давайте, по позициям, танки, пульте. Первый танчит ЕМДТ, второй Тедхантер, Дрейни третий. Ем детей, пошел пульти. Хилы перешли в звездочку. Появился дебаф. РДД, возьмите. Возьмите спору. Господи, спору, хорошо. У кого дебаф есть, перешли в желтую метку. 4 секунды до хила. Хорошо. МДТ, держи, пожалуйста, желтую джагу, хорошо? Забери. Тайду забрал. Спору. Хил 3 секунды. Щитки на танках постоянно держу. Держу. Дрей не забрал. Да знаю, что делать. Хорошо, идем. Спору забейте. Хил 3 секунды, готовимся. Хорошо. Дойду. Хорошо. Я подаюсь баундом, так что можете не обидеть. Хорошо, 6 секунд. Готовься, деги. Мастер аур нажал. Хил 3 секунды, готовимся. Прохил рейд. Спор забили. Забери. Хил 4 секунды, готовим. Хорошо. Мастер аур, дай сдайте. Ну я сдавал же в прошлый раз. Хорошо. Хорошо, хорошо. Хила готовим. По антихристу дайте, Эйнар. Хил начинаем, 2 секунды. Мастер аур есть, дайте. Нет. Хил 2 секунды, готовимся. Мастер аура 45 секунд, сдам, наверное, массу. Хорошо.
Хил, 2 секунды, готовимся. Мастер Аур, что-нибудь прожмите. Спору. Хил, 2 секунды, поехали. Хорошо. Мастер Аура, 6 секунд. Сдашь пока, да. Можешь нажимать. Хил. Спор убить. ДЦ по Ване пустой. Крик на ТП обновите, Вары. Нечего, сейчас жрите огурцы на рог. Пол за хил дайте. Щитки по рейду максимум. Даю. Хорошо. Я буду избаун. Спор убейте. Шесть секунд до дебафа. Дефнар. Хил, 2 секунды, приготовились. Хорошо. ДЦ сам сдал гимноману. Геру, кстати, да, чтобы не сдать. Сейчас дадим. Давайте Геру. Хорошо. Антихрист гимн на хп, скажешь. Скажу когда. Под зубами стою. Кастуй гимн на хп. Кастую. Закончился. Хорошо. Да убили уже. Давайте больше урона, добили его и все. Хорошо. А тут отказываемся. А, ну и все. Умнички, ребятки, молодцы. Я в реплику погнал. Бля, ну хприст, конечно, здесь имба. Хлебай, 6к хпс, деги, я тебя обогнал по хпс. Чего? Не, нифига. Я именно по отхилу не обогнал, а по хпс обогнал. Ну, здесь-то именно ХПС решает, конечно, не отхил. Ну, я топ-2 по хилу, мне похуй. Да нормально. Че, ребят, погнали в военку. А че у нас тело лежит? Пусть встает, пошли в следующий портал. Сейчас, секунду только. Ребят, чё по хилу хилить сегодня? Пикните, ребят, немножко. 213. Ёбаный стыд, я на ДК прыгаю. Сука. О, дай меч, ну, разроль меч. Разроль меч, Лёх.
2,5 почти это. Нормально же? ДК? Да, 2,5 на ФДК, заебись меч. Я бы себе забрал. Я даже его заролил почти. Это чисто ФДК или Крога. Давайте я пока на треше зайду на ДК, потому что я ебал рот с кем-то еще идти в Накс. Потом дальше на боссе посмотрим, если в 4 хила, то на этом. На ДК останусь под ДДш. Блин, ну забери хотя бы его, пропадет. В прошлый раз, блин, пропал. Кто кого? Ну блин, с моба хотя бы забери. Да сейчас все уже познаю. Да, спасибо. Ля, ну пуха, конечно, вкусная, вкусная, очень смешно. А, ясно. Че, мой отличился, да? Ну, она стала кривая. Сова, Андрюша, ты никогда здесь не задаешь звездопад, пожалуйста. Да я и не сдавал. Не, он просто пробежал так криво. Тем более. Ну, жирная сова, что вы хотите? Бывает, бывает. Думаешь, или в стенку воткнешься, или в мобов? Поставьте шкаф, пожалуйста. Углю стоит, вот идем спать. А, что, как у тебя билд этот тебя показал на прошлом боссе? Какой? Лёль, вернись, помоги тыкнуть. Да-да-да-да-да. Раскрап денсер. Блин. Он куда поездится? А ты в пати, я тебя что-то не вижу. А, я в пати. Мне кажется, Лёха кипал нахуй, чтобы хила мне мешалась. Сумоните, пожалуйста. Сумоним, сумоним. Сум. Да, 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 все. Я когда принял, уже здесь. Спасибо. Блин, сколько синьки, сколько зеленки валяется? Сколько пыли лежит. Ага. Хуйня. У нас ГБ забит этой хуйней. ГБ забит, а в личное пользование. ГБ забит, потому что я туда насувал этого. Чем твинков чарить-то? Дайте танк на агресс. Мы в три танка пиздим, да? Че? В три танка пиздим, вроде. Ну, в теории, да. Так, не знаю, посмотрим сейчас. У нас чё, по дизарму? Ну, я так-то спекнуться хотел. Я вообще не знаю, зачем там три танка. Да не, у нас ШП есть. На воздух города хватит. У нас 2 ШП есть, у нас проблем вообще не должен. Я что-то не знаю. Сведите их вместе. И стол, пожалуйста. Дэви, ты шо, в эпик? Да.
Все, я на одного босса был в хиле. Давайте, ребят, короче, ставьте рыбку, пока бахнем, скушаем, у нас тут умирал там. Вот, дальше по тактике. Присты, которые умеют контролить тушки, плюс, пожалуйста, в чат. Так, вот Спиритус Антихрист, расскажи, смотри, у тебя есть спелл, знаешь, которым контролить? Контроль над разумом. Хорошо. Вот им контролишь, и все. В тушку залазишь, танкуешь. Залазишь через 10 секунд после Void Spiritus. Вот. Остальные двух тушек у нас ем детей держат. Держат, короче, в сторонке двух вообще. Вот. Я разберусь. Все, остальные, у кого там Тайдуха и Дрянь в дадут. А СС киньте на ем детей. Висит еще. А, хорошо. И на кого-нибудь там раскиньте из дролей. Дрянь в ДД. А меня-то зачем? Кого? Ем детей в танке? Нет, а зачем у меня СС? Кого? На тебя не надо. Ну вот, я, мне не надо СС. И на Тайда не надо. Дайте флоребаф, пожалуйста, и раскиньте на друлей палок. То есть рестор друидов. СС. И на этом боссе вообще ничего не надо. Ничего на меня не кидать. Я АФК здесь. Вот и хорошо. Камушки, камушки взяли на всякий случай. А, смотри, тогда ем детей. На всякий случай, если у нас присты заслакают, на себя босса сагришь, тогда у нас вары на дизарме. То есть первый дизарм дает Тайдхантер, затем Шефорд, потом... S-U-X. Ебать, короче, сложный ник. Но я думаю, ты понял, что я про тебя говорю. Потом после него дает Beast War. Вот, ребят, пожалуйста, смотрите, дизарм выкидывается дебафом на панельку босса. Смотрите, чтобы не проебаться. Вот на дизарм хуй вот туча. Хоть кто-нибудь один сдаст дизарм, дальше на танке он подержится какое-то время танка, тогда ем детей оверхил, если он будет держать босса. В принципе, вроде как все. Ну, присты, я думаю, там разбираются, что делать. По да, кнопочкам. Да. Все хорошо. Только поставь метки, кто кого контролит. А, да-да-да, точно. Так, метки. Тогда, значит, звездочку у нас White Spirit контролит. И луну у нас держит Антихрист. Че, остальное тут, в принципе, урон по рейду не особо проходит. Там два друля, думаю, захилят. Вообще ебало полное, потому что у нас деги-то в ДД. Вот. Прослушал Void, какую метку? Void звездочку. Mm-hmm. Давай терчи на баф и на пул. Двух тех сразу убиваем, да, чтобы не мешались? Да. Не давай. Надо. Вдруг этих убьют. Вот двух убивать, в смысле, не надо их ничего убивать. Не, хотя там подожди, да, у нас получается два рестора друида, они могут не захилить тушки, так что на всякий случай, да. Они на танке просто будут висеть, зачем? Они по 1000 бьют, их не надо убивать, блядь, чего вы придумываете? Ну, как обычно, вы чё? Деги, спикнись в холика на всякий. Тех двух задних вообще не надо никому трогать. Деги, слышишь? Да. Я тебя понял. Ну, заебал, нету хилов, ноль хилов.
На Сапфироне могу спекнуться в поле креста. Но это на Сапфироне. Давайте еще раз, так, Дэги сейчас манку допьет. Чего-то маны мало, чего-то не хватает. Каски. Раскиньте палу по бафу. Пошло? Да, да. Давайте еще раз арчена баф на пул. Ем детей, миски список. Я бегу, бегу. Хорошо. Все, давайте, поехали. А, присты. Давай Void Spirit слетай в звездочку. И тогда у нас пойдет ем детей, остальных танковать двоих. Таунти. Ага, вылетел, понял. Забирай. Забрал. Вара, дизарм, когда я сейчас похуй сдавай. Вылетел. Сальву по Элизадре, пожалуйста, можно? Во-во-во, кто бомжей на эти кинул-то, на дурачков? Вы чё, блин? Чё, ебать, кто бомжей скинули? Бомжи здесь вообще не нужны. Не, вы зачем? Вы сейчас убьёте их и всё, блин. Бить не убьют, но проблемы. Спасибо, спасибо. Сальва была. Делоки, пожалуйста, БР или задр. Спасибо. Разбав дайте ПДК. Три секунды, вылечу. У тебя щит есть? Народ, у вас там дизармы уже пооткатывались. Ребят, не вижу дизармы в рейд. Я только что один отдал, но... Ребят, ну у меня когда еще? Есть тиннер в деге, тиннер? Лежит. Две секунды, вылетаю. Вылетел. Дизарма не вижу. Выкинул. Забрал. Сейчас дизарм дам. Забирал. Кильбим. Вас там опять уже дизармы откатили, жмите. Две секунды, вылетаю. Вылетел.
забирай. Забрал. Хорошо. Бездарм через 2 секунды. Где крылья? Крылья, что мне именно себе дают? Хорошо. Учеников затаунти на себя. Ресните, пожалуйста, павших. Андрюх, ролить будем после квартала? Конечно, конечно. Ну, буквально-то 30 секунд отойду. Давай. Ем детей. Ну, дай каску, я сам от тебя убегу. Все, я далеко. Сработало. Ну все, с танком бахнул буду, как лох. Считаю, что паладинов 10 штук вредит, и двое все. Знал бы, на какую дальность убегать, а то каждый раз рандом, блин, бесит. Ну, я это видел, я на ботинках убежал вообще, начало пехонки. Забили треш, диспол не забываем. Так, драгдилер, ты сейчас уходишь прям? Он был ДД? Да, он в ДД был. У нас по хилам ничего не поменялось, как не было, нихуя так и нет. В смысле не было нихуя хилов? Ну, недостаточно у нас 3 хила. Это с учетом того, что Дэгги спеклился. Я бы рад его спекнуть в ретрика, но нету нихуя. Ну, пропотеем. Какой тут потеть? Ты уже, блядь, не на ком потеть осталось. Был бы на ком потеть. Сапферон. Ну, Сапферон там пиздец, конечно. Давай я на полик пойду и все. На Сапфероне там, да. Ну, на Сапфероне в полик пойду, типа. Я на двух чаров когда повесил, мне поебать.
Сейчас чекну, что там, блядь. Какой лут я проебу на нем. А, я там ничего не проебу на ДК, так что можно свободно идти. Так, ребята, давайте распределимся по пати. В первой комнате у нас ем детей, во второй комнате у нас будет Дреня, потому что он будет подгрипывать. Вот, и... Чё ещё, Тайдух, да, в ДД. В первый... Бля, Лёх, раскинешь, нет? Ну, получается, вторая и... Сейчас, подождите, раскину. Сейчас это купим. Там лужику. Первая, третья пати остаются здесь. А вторая и четвертая съебывают в мертвую зону, то есть в правую комнату. К ним идет шаман Иу. И... Делоки и Деги идут направо, остальные остались здесь. Арче, на бафы на пол раскинули? Забафите, ребят. Там маг хочет позвать. Деги, ты в какую комнату? Алла. В первую, вторую? Я во второй, где больше урона заходит. Ага, сейчас там. Лизадр видел, да? Маг хочет Пала. Да, 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 сейчас ассист ему дам, пусть берет. Каска дошла? Да, чётненько, чётненько, касочка. Так, СС дайте, пожалуйста, на... Так, у нас туда в ту комнату ушел кто? В ту комнату у нас Винерс ушел на Винерс, СС, киньте, и... Чё, в смысле? Делоч ушел? Подожди, а Винерс, ты херли туда ушел? Винерс, иди сюда. В первую комнату. А чё мы разные дискорды линкуем? А фиг знает, они. Винерс стоит тут, ему поебать. Дролька, вернись обратно, я один не справлюсь. Винерс, Винерс. Винерс, друид, 208 этим левел. Зловаст Легион гильдия, подойди сюда, пожалуйста. Первой группе. Я на тебя звездочку кинул, пиздуй к нам. На кого еще СС кинул? На Дреню, пожалуйста, СС дайте, на всякий случай, от греха подальше. Окей. Все, давайте, ребята, надеюсь, у всех есть. Давайте бафы и пул. Шкаф, 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 алло, мы же взяли кого-то. А, Ляр или... так, Никитос. Никитос, давайте шкаф ставьте и там присмонивайте туда, он к нам пойдет. Ой, Дмитрий, шкаф поставить. Да нахуй, блядь, 8 шкафов ставьте. Один поставьте, присмоньте, пусть он рыбу подойдет покушает, и все будет хорошо. О, Никитос каски будет кидать. Какой-то пронос не будет, у нас пронос, он остался самый легкий. Никитос, здесь нет, плюс чат. Можете поближе, пожалуйста, к серединке все подойти, чтобы я пробах. Это мне кажется, или кто-то пиво наливает? Тебе кажется, это вода. У нас из Мамзеля алкоголичек только госпожа Гэм. Ах, алё-ля-лё-ля. Это просто вода. За винишком я пойду чуть-чуть попозже. А, нет, ни одна госпожа Гэм обознался. Еще раз повторяю, кто хочет баф, подойдите к середине, пожалуйста. Я не буду каждому бегать и очки тратить. Блин, а чё, куда каска-то слетела? Алло. Каска будет сейчас этот раздавать, Никитос. Никитос, привет, братик. Раскинь, пожалуйста, пол рейду каски.
Привет, Никитос. А я Никита, раздаю всем каски. Тоже неплохо. Прикольно. Я чувствую. Давайте, ребят, подойдите, пожалуйста, к середине. Кому нужны каски? Никитосу рыбка нужна. Или он обойдется? И пауру коня пусть берет. Рыбу могу поставить, если надо. Так, а мы в живой без танка, да? Получается. Почему? С танком я им зрение. У нас в живой ем детей, в мертвый зрение. Никита, дай пахан там каску. Ой, блядь, дай каску. О, я услышу Лёхин голос. И по варам каску. И по магам каску. Ребят, чтобы, блядь, не бегать по трем комнатам по всему инсту, подойдите в центр, кому нужны бафы. Прошу вас очень сильно. А, Никитос, ты в ДД, кстати. Кните магу в шарик-то. Рыбку покушайте, у кого рыбки нет. Группа ребят, вторая и четвертая идет в мертвую зону, первая и третья остаются здесь. Никитос идет тоже в мертвую. Так, если что, помочь танку потаунтить. По команде, когда я скажу стопнуть урон, просто бейте автоатакой или вообще эскейт-гните, не бейте. Я что забутал сейчас? Третья, четвертая, теперь первая, четвертая. Первая, третья, получается, стоим вот здесь с друидом на звездочке, да? Да. Вторая и четвертая, циферка 2 и циферка 4, они идут в мертвую зону, и с ними Никитос. Че, давайте, ребята, РЧ на бафы на пул и поехали, долго стоим. Норм, что такое? Заебер, все, давайте пулем, поехали. О, кстати, ты говоришь, тибить некому, у нас же норка вон. Так он ДЦ, и у нас антихрист ДЦ, типа, смысла в двух ДЦ нет. Давайте, ребятки, достали оружие. Покучнее встаньте кто-то. Ребят, ДПС сильно не крутим. Мы аккуратненько по чуть-чуть убиваем. У нас времени довольно дохуище. Главное, учеников не фокусить, их просто кливаем. Рыцарь и фокус.
Так, стопнули, ребят. Пока ждем волну, без команды не бьем. Все, бьем. А то мне тут немного на уши с правой стороны приседает по поводу того, что слишком дохуя ДПС. Он забыл, что мы сильные. Блин, ну так реально скучно, когда Лёха молчит. Не, у меня просто сегодня еще нудный голос. Да не, кстати, у тебя не нудный голос. Не, нос заложен просто. Ты где просто накрылся? А хрен знает, я подождём просто, что раз проходил. Это тогда, когда тебя не было в рейде? Да. Ну вот, Вов спасает людей. Пиздец. Ребят, точно забили всадника? Рыца разбили. Фокусим всадников, ребят. А, дролька, который винер, дай, пожалуйста. Так, винер. Ребят, стоп, урон. Урон стопнули, отошли. Танк прохиливайте, все. Дролька, винер, дай, пожалуйста, винер. Антихристом. Спасибо. Поехали. Ну, ребят, как я вас люблю, какие вы умнички, а? Сказал стопнуть, сразу все съебались. Ой, какой дедсет хороший сегодня, да? Пиздец. Так, у нас норка бобра вылетел за инстой, сразу не лутайте. Как будто все нахуй отошли, когда босс убьем, и все хорошо будет. Я бы на вашем месте к воротам не подходил, чтобы лишний дебаф не лутать. Не, просто хотел проверить, на горолю можно кинуть будет, когда она приходит на... ПС нельзя. Жалко. Блин, Андрюх, ты меня понимаешь с полуслова. Конечно. Обещаю, больше пить не буду. Крик на тебя, обновляйся. Касты сбивайте, пожалуйста. Напомню, что не лутать. Не, отойдите все, отойдите от лута, не лутайте, не смейте трогать вообще. Я лутанул опыта. Окей, без твар, без лута. На этом босс. Все же можно, да, смотреть, он уже лутанул. Нет, не трогайте все равно. Отходи. Все, норка по брату. Верно, дэтринки классные. Ты где все тринки на хилов, блин? Фуриком идешь, блин, все тринки на хилов падают. Блин, драгдилер, по-моему, так эту тринку... Подождите спадение дебафа, потом побежим. Да, ребят, стойте, подождем здесь. Затем дебаф скинется, пойдем. Все, пошли, аккуратно, не цепляйте никого.
А тут три не одна в боссе. Забыл забрать или что? Да там бывает такое, то что не берется с первого раза. А кто-то не успеет, а кто-то не успеет. Не успели. Красавчики. А я пафосно на парашюте съебался. Смотрели треш, отошли. Отошли. Две триньки нельзя взять, одну триньку сейчас ролю. На майнспеке, ребят. Тринки. Да, скинул бы мне просто и все, потом бы разролили. Классные роллы. Роллы. Я не вижу роллов. У меня только три ролла, ребят. Никому больше не нужна тринка на меткости прока СПД. Хикстек, смотри, тринку ты пока возьмешь. У нас отошел лог, он потом рольнет. Если у него больше 56 будет, тогда ты. А, ну все, или мне то. Так, у тебя 56 хикстек, я запомнил. Если у него будет меньше 56, я тебе его дам. А Андрюк. Какой лок? Лёля? У нее есть вроде. Какая есть? Лёля. Сова. Лёля? А, да, она у тебя есть. Хорошо. Я ж вчера такую выпала. Лосу зайк. Вчера их три выпало, сегодня выпало. Так, минуту подойду. Рейд просто сказка. ДПС фантастика. Через диваны будем? Да, да, наверное, один диванчик сделаем. На той стороне у нас один человек будет в диванчике стоять. Ребят, на минутку отошла. Давайте, ребят, быстрее.